Башкортостан является регионом Российской Федерации. Республика находится на Южном Урале, основная часть лежит на Приуралье. Граничит с республиками Татарстан и Удмуртия, Пермским краем, Челябинской, Свердловской и Оренбургской областями. Регион, где жили народы-предки современных башкир, известен давно. История описывает его поселения и народы с X века. Есть сведения, что до XIII века местные ханства имели собственное управление, но об этом известно мало. Затем земли Башкортостана были завоеваны монголами. После регион вошел в состав Российской империи. Все это время коренной башкирский народ сохранял свой язык и культуру. После революции мирными переговорами принято решение об образовании башкирской автономии. Вообще башкиры не воевали с русскими, всегда велись мирные переговоры о взаимопомощи. Крупных городов тогда не было, хотя активная индустриализация региона велась давно, это исторический промышленный центр. Позже были обнаружены нефтяные и газовые месторождения. В нынешнее время Башкирия находится на лидирующих позициях не только в промышленных отраслях, но и в сельском хозяйстве среди регионов России.